Всем привет, дорогие зрители! Мы для вас продолжаем показывать ТОВ Соло Гаусс. У нас уже 1.32 стадия. И, в общем-то, карта станция MVP против Есаяна. Комментировать сегодня для вас буду я, Люминесенс. Со мной мой напарник Азамат01 и за картиночку в ответе Опер. Привет! Да, привет, Влад. Действительно, сегодня 1.32 у нас стадия MVP против Есаяна. Ну и они будут бороться за выход в плей-офф. Вот так вот у нас получается. Ну и будет происходить у нас сейчас уже скоро делит. Да, самоуничтожение происходит. Я вижу, что ребята... Нет, один Есаян записывал у нас ДАшку. Больше они ничего в чат у нас не писали. В общем-то, они оба уже включают ДАшки. Есть ДДшка на базе у MVP, который будет пытаться сажать Есаян. Но, естественно, это не получится. И, скорее всего, он сейчас отправится на респ. У MVP еще есть аптечка, которую он не сбивает. И, в общем-то, да, MVP сейчас отожмет еще и ДАшку. Да, в принципе, разобрался очень спокойно, но при этом у него уже нету аптечки. И сейчас может, в принципе, Есаян задефать, если стоял бы перед флагом, но видит, падает аптечка. И будет отыгрывать, скорее всего, от него. Да, возможно, будет отыгрывать от аптечки, хотя, не знаю. Не успевает. Вот и все. Это будет первый флажок однозначно в пользу MVP, который еще и заберет эту аптеку. Удачно он здесь поставил минку. Есаян, конечно, может попробовать что-то сделать, но вряд ли. Да, тут еще MVP свелся по нему. В общем-то, у него уже должна была откадешиться аптечка, насколько я понимаю, да. И это будет первый флажок у нас. Ну, вообще там Есаян ошибся, то, что не забрал аптеку и вот сыграл с ним эту злую шутку. Но в итоге он будет отвозить в ответку. Но успеет ли здесь MVP? А MVP-то успевает. Ну и это будет у нас, в принципе, возврат. Да, будет действительно возврат. И MVP сейчас может отвести второй флаг у Есаяна. Крайне неудачный респ. Он здесь свестись явно не сможет. А без этого ничего он тут MVP не сделает. Он, в принципе, и так, наверное, бы не сделал, потому что... Тот ему слишком много урона нанес. В общем-то, второй флаг. Да, у MVP еще есть аптечка. Отлично сбитый здесь выстрел. Ну и что? MVP сейчас может оттащить, попробовать. Ну, там вообще еще ДДшка есть. Можно через нее поехать. Но, скорее всего, поедет возвращать флаг у нас MVP. Хотя, нет, едет все же за ДД. Вернуть он, скорее всего, успеет. А вот доставить, я думаю, вряд ли у него получится. Если он все же должен его доливать здесь. Ну и, в принципе, возвращать. Да, Есаян его, конечно же, добил, но, тем не менее, MVP раздамажил его, и тот вынужден был использовать аптечку. Это вот уже будет сейчас проблемно, потому что, ну нет, с ДАшкой он, конечно же, его не сольет сейчас. Есаян здесь должен доставлять, MVP главное не наехать на минку. Ну что, он разберет сейчас Есаяна. По крайней мере, должен. Того уже спадает ДАшка, тот по нему... Оу, это опасно. Это опасно, и... Ничего. Уходят у нас оба игрока на респы. Есть здесь дроп. MVP подберет ДДшку. В свою очередь, Есаян будет на ДАшке начинать. И сейчас будут у нас ребята пытаться отыгрывать как-то от аптечки. Ну да, вот здесь MVP должен ее забирать. Еще и на минку ловят своего оппонента. Ну и, в принципе, должен отвозить сейчас флаг MVP. Вряд ли, я думаю, Есаян сможет, успеет, точнее, слить его. Да, тем более уже пронарил ДАшку, ну и, в принципе, будет ждать, когда MVP подальше отъедет от него. Да, он, конечно, включил ДАшку, только мне не совсем понятно зачем, мог бы просто переждать и, ну, я не знаю, мог бы, наверное, как-то он более разумно сыграть, а сейчас у него просто-напросто эта ДАшка спадет и MVP его без особого труда раздамажит. Хотя у него такой респ, что не факт, что он здесь попадет, даже, скорее всего, не попадет. Хотя вот ДАшка уже спала и... Нет, одну тычку. А, у него еще и аптечка откадешилась. В общем-то, ладно, пока что все в порядке. Ну, хотя Есаян сейчас пропустит еще один флаг. Это очевидно, у MVP есть аптечка, которую Есаян также не сбивает. И сплэшом, в общем-то, отправляет своего соперника на респ. Да, действительно, сливает. Ну и будет здесь доставка. В любом случае, Есаян здесь не успеет. Можно, в принципе, было пронарить не то или ДАшку. MVP, ой-ой-ой, выдает отличный гаусс, и еще и на минку ловят своего оппонента. Да, ну Есаян вот опять, он включил ДАшку, хотя непонятно было зачем. Ну, ладно. Он все-таки дошел до 1.32, это уже неплохо, наверное, он понимает побольше меня в этом.
И что? Он у нас опять доставит. Какие-то у ребят респы такие не очень хорошие. А вот MVP, к слову, только сейчас включил Дашку. Ну, по крайней мере, он сделал это не сразу с респа. Ну, к нему вообще никаких нет претензий. Как бы человек выиграл кислоту. И, в общем-то, честь и хвала ему. Да, и Саян, к слову, на минке подорвался. И должен здесь отвозить. Есть также валяется дроп, есть аптечка, которая тоже будет уже упала, в принципе. Ну и останется она под Есаяном, наверное, я думаю. Тоже ее заберет, но забивает MVP ее моментально. И все же будет здесь доставка со стороны MVP. Да, ну, к слову, я думал, что MVP попробует убить Исаяна до того, как он возьмет эту аптечку, но, тем не менее, он не смог этого сделать, и посмотрим, сможет ли он сейчас его убить. У него, по сути, нет, немножко не хватает. Ну, в общем-то, 3-4, ой, 3-4, говорю, 3, о, 4-5 у нас будет сейчас счет. В общем-то, разрыв вроде не такой большой, но проблема вся в том, что MVP сейчас, опять же, доставит, скорее всего, если выдаст первый по Исаяну, он, скорее всего, это сделает, да. Тот еще и не успел включить ДАшку, и, в общем-то, совсем для него здесь катастрофа. Он аптечку также не решился включать и очень просто пропускает еще один флаг. Ну, сейчас очень максимально плохо отыграл Есаян, с респом еще не повезло там. Ну и да, в принципе, начинает страдать. И сейчас еще будут накидывать MVP по нему очень много. Ну и думаю, здесь вряд ли что сделать Есаян. Да, если он здесь ничего не сделает, к тому же он уже и без аптечки на пол ХП. Даже если он сейчас не погибнет. Ну да, он не погибнет, но сделает, наверное, здесь немного. MVP уже откадашилась из ДДшка и на один выстрел он буквально. Сможет ли он его выдать? Нет, пока что с этим достаточно проблематично. Но, тем не менее, он его сливает и сам уходит на Д-лет. Все правильно. Да, максимально потянул время здесь, и, в принципе, обновляются у них респы. В принципе, едет на станцию VP забирать нитро, можно, в принципе, забрать ДД еще на станции. А вот Исаян уже будет подбирать сейчас флаг. Да, и Саян будет подбирать флаг, MVP в свою очередь сделает то же самое. Но на центре есть аптечка. Будем смотреть, кто от нее отыграет. MVP главное не наехать на минку, которая, я вижу, стоит там у танка. Но нет, он выбрал совершенно другую траекторию. По-моему, не совсем верную. И Саян тут еще и сбил ему аптечку. Ну, возможно, его тактика заключается в том, чтобы просто подальше отвести. И у него в любом случае это неплохо получится. Особенно, если сейчас ему повезет с респом, то он сможет что-нибудь, наверное, придумать. Респ неплохой. Я бы сказал, респ отличный, забрал ДД сейчас, пронарил ДАшку, и можно, в принципе, сейчас свестись, спал ДАшка, да. Ну и это будет возврат, там, нитра закончилась у Исаяна, ну и не было доставки. Да, зато доставка сейчас будет от MVP, насколько я понимаю. Исаян здесь вряд ли сведется по нему. Хотя, кто его знает? Нет, у MVP есть аптечка, у него вообще все отлично. Он имеет достаточно комфортное преимущество. И сейчас может, наверное, слить еще Исаяна попробовать. Ну, отлично играет сплэш, и мы, в общем-то, вот, пожалуйста, 4-7 пока что у нас. Остается, правда, 2,5 минуты, но как-то я слабо верю в то, что Исаян сможет здесь отыграться. Ну, или хотя бы свести на ничью. Ну, я вот заметил лично, когда ЕСН заходит в атаку, то MVP постоянно как-то пытается, и у него получается дефать. А в свою очередь, когда MVP заходит на его базу, то у него как-то не получается дефать. Как-то именно так. Да, и Саян как-то теряется немножко. Ну, возможно, не хватает опыта или тренировок. Не знаю, что с ним происходит. MVP сейчас ловит минку. Но, тем не менее, он, наверное, может слить Саян. Правда, не заметил я, есть ли у него аптечка. Скорее всего, нет, если он ее еще не включил. Да, потому что Саян уничтожил бы его с одного выстрела, что, собственно, и произошло. Будет 4-8, остается 1,5 минутки. Я думаю, MVP сможет еще один привести, к тому же Исаян тут не очень, кстати, самоуничтожился, надо было это делать чуть-чуть пораньше, и, в общем-то, сейчас спокойно у нас синий игрок доставит. Да, можно было, кстати, через дашку MVP поехать, но в любом случае, если я ее с респа занарил, и поэтому дашка уже, в принципе, никому не нужна была особо. Да, остается минутка, три флага ведет MVP, я думаю, что можно смело отдавать этот раунд ему в копилку. Ну, в общем-то, не знаю я, что можно сказать про игру Исаяна. Он вроде бы играет и неплохо, но чего-то не хватает. Как ты уже сказал, не может он отдефать, но он, к слову, и атаку
пока что не может придумать более-менее адекватную. Вот я вижу, что не первый раз он уже подрывается на Минке, что тоже о многом говорит. Но MVP доставит девятый флаг. Я надеюсь, что хотя бы двузначного счета здесь не будет, иначе это прям будет совсем плачевно. Вообще, я заметил, когда MVP дефается свою базу, там вот пытается сводиться, сносит очень много, большое количество хп, и за счет этого, в принципе, если я не выживаю. Вот сейчас он выжил, есть пол здоровья, ну и будет доставка. Но все равно для него этого еще мало, и ему не хватит. Да, и Саян, я, к слову, либо вообще не видел, либо видел очень редко, чтобы он сводился. От MVP я вижу такие манипуляции, а с Исаяном пока что-то я не заметил. Что, подходит у нас первый раунд уже к концу. Ну, очевидно, что здесь MVP сыграл лучше. Но в любом случае у Исаяна есть еще пара раундов, чтобы все повернуть в свое русло. Да, ему надо обязательно менять какую-нибудь тактику или аккуратнее отыгрывать, например, чтобы не терять большое преимущество, которое у него есть, когда он заходит в атаку, но в какой-то момент он теряет просто это преимущество. Ну, судя по тому, что ребята пишут в чат, Исаяна больше интересует, как закончится матч пингвинов против Elite Squad. Ну, возможно, болеет. Играет именно ТОФ ради удовольствия, наверное, просто по фану, может. Кто его знает. Но хотя, если посмотреть именно по сетке, то там можно заметить, что у него один бой вообще в 2-1 прошел. Ну и остальные, по-моему, по ТП были. Ну или не было противника. Да, действительно, один бой он всего лишь сыграл. Первый бой у него не было противника, а второй автомейт он выиграл по ТП. А вот, к слову, MVP сыграл три боя в сеть. Сейчас играет четвертый. Первый у него был против Гамми, который он 3-0 выиграл. Потом против Энджела был, насколько я понимаю, достаточно сложный бой, где было 0-1. И потом еще и Dark Angel. Слишком много ангелов, как по мне. Да, в одной сетке много ангелов, все верно. Ну, на самом деле, конечно, у него там в ноль, как я посмотрел, поэтому ничего прям удивительного нету. Хотя там, да, 1-0 с ангелом. Я не знаю, может, счет специально такой был поставлен или нет. Но в любом случае он не проиграл раунда. Это уже о чем-то говорит на самом деле. Да, ну, о том, что он неплохой игрок, говорит не только это. Об этом можно судить еще и по краске, которая у него надета на танке. В общем-то, выиграл все-таки человек ТОВка, как я уже говорил. И, в общем-то, может, выиграет и этот, кто его знает. Остается вообще не так мало людей, дошедших до этой стадии. Ну и что же, происходит у нас опять самоуничтожение. Исаян в этом раунде я не видел, чтобы записывал дроп. Ну и ладно, возможно, он совсем отчаялся, но в любом случае еще рановато это делать. Вот он опять включил ДАшку, и, в общем-то, ну, скорее всего, не надо было этого делать. MVP вот поехал, подобрал, и, в общем-то, все хорошо. Да, ну и по ХП у них все одинаково, хотя вот как ты ранее сказал, что ДАшку именно подобрал MVP, то есть он ее не нарил даже изначально. Ну и в принципе будет подбирать здесь флаг MVP, ну и тихонько уже приближаться и ЕСЯМ. Есть там Минка, наедет ли он на нее? Ну нет, ну вот садится ДАшка и сейчас должен перестреливать здесь MVP. Ну, у него тоже, к слову, ДАшка уже закончилась. Но он, правда, преследует здесь своего соперника. И Саян все правильно делает. Он просто-напросто отвозит. У MVP уже нет никакого ускорения. И в любом случае, если он даже сейчас уничтожит Исаяна, все-таки уничтожить чуть-чуть не хватило ему. Ну да, вот он решает самоуничтожиться, понимает, что бесполезно было бы тащиться без нитры через всю карту на свою базу, и он бы не доехал элементарно. Ну и что, в общем-то, снова у нас 0-0. За минуту пока что ничего ребята не привезли. Ну и что, будем смотреть дальше. MVP здесь будет отыгрывать от аптечки. О, отлично свелся. И будет сейчас пытаться увозить. Ну, на месте Исаяна я бы сейчас просто так мимо не проезжал, я бы попытался натолкнуть на аптеку, чтобы он ее вовремя забрал, ну и постарался бы раздамажить, но почему-то Исаян этого не сделал. Ну и если успеет, то будет, наверное, доставка здесь. Нет, не успевают, слушай, MVP.
Да, MVP действительно не успевает, и Исайян здесь, скорее всего, уничтожит. MVP бросил флаг, и Исайян поедет ли он пытаться доставить флаг? Непонятно. Он подбирает ускорение, но MVP может подобрать. Да, подбирает, и это уже проблемно для Исайяна. Он аж чуть за пределы карты не вылетел. Я заметил это. Чуть не улетел там в пропасть, да, все верно. Ну, зря рисковал Исайян, вот не вернул и сделал ошибку. Уже не в первый раз совершает такие ошибки. Но он там поехал зачем-то за ускорением. Мне кажется, если бы он туда не поехал, он бы спокойно хотя бы вернул. А так вот проигранный флаг. Он еще сейчас может наехать на мину, которая, к слову, стоит у красного флагштока. Я вообще пока что не понимаю, что он делает. Ну, хорошо, он уничтожил MVP. У него, насколько я понимаю, сейчас уже будет что-то спадать. Или нет? Нет, так, судя по всему, не будет. Хорошо у него. Хотя вот дашка спадает, но здесь никакой сводки нету, поэтому у него все нормально пока. Ну и пронарил свою дашку также. Должен здесь MVP перестреливать Исайяну, ну и также отвозить в свою сторону флаг. Да, MVP будет отвозить и, скорее всего, отвезет. Я вообще не вижу Исайяна на карте, если честно, да. Вот только сейчас он появляется, он здесь ничего не сделает, максимум один раз попадет, и то этого не происходит. MVP сейчас может отыграть от аптечки, да, вот только сейчас он, судя по всему, ее заметил. Но Исайян тоже про нее знает и будет пытаться отжимать. Нет, все-таки MVP, который сейчас сведется по Исайяну, да, тот уже использовал аптечку, остается на достаточно небольшое количество жизней. Ну что, ЭОЭ у MVP плохой респ, и он не успеет. Да, к сожалению, он не успеет, но аптечку он там хорошо, в принципе, успел забрать и раздамажил очень сильно Исайяна. Ну и, впрочем, сейчас должен увозить флаг в ответку. Да, ну у Исайяна, посмотри, отличный респ. Правда, вряд ли он здесь что-то сделает против MVP, который на фулах у нас. Он еще он свелся по Исайяну. Ну, хорошо, что хоть на минку здесь не наехал. Правда, есть сбитая тычка, но нет, MVP все-таки перестреливает. Должен он уже прожимать кнопочку Delete. Да, в общем-то, так и происходит. Но Исайян сейчас просто обязан собирать фулку. Я думаю, что он и сделает. И просто-напросто уничтожать MVP, который сейчас, наверное, встанет на блок, насколько я понимаю. Там должна быть поставлена минка. И, в общем-то, да, на блок он встает. Будет ждать, пока закончится что-то у Исайяна. Хотя, наверное, это бесполезно, потому что у него есть еще своя расходка. О, раздамажит сейчас. Да, в общем-то, раздамаживает у нас MVP. И, ну что, отлично. Я почти что был уверен, что Исайян здесь доставит, но нет. Нет, ну MVP он просто очень шикарно отыграл на блоке. Также он хорошо задефал свой флаг. Вот показал, как надо дефать флаг. И именно по такому принципу должен дефать каждый, когда заходит кто-то на фулки. Вот. Да, ну MVP сейчас словил минку, что не очень-то хорошо. И опять у нас есть аптечка. Как-то она подозрительно часто падает. Ну, возможно, у меня уже просто маразм. В любом случае, от нее будет отыгрывать Исайян, но MVP уже заканчивается ДАшка. И что, Исайян поедет доставлять. Правда, он на одном лишь ускорении. А на одном ускорении далеко не уедешь. Особенно, когда у MVP такой респ. И он явно сейчас просто будет его обстреливать. Ну, на самом деле, сейчас Исайяну надо ждать, когда у него свой дроп откадешится. Та же аптечка, та же нитра. И надо как-то отвозить флаг. Хотя, в принципе, он этого не сделал почему-то. Немножко странную траекторию он выбрал. В любом случае, будет убегать от него. MVP сейчас его уничтожит. Это просто без вариантов. У него есть еще ускорение. Я думаю, что может он успеть. К тому же у Исайяна респ где? Но он может выдать одну тычку. Даже, наверное, нет. Думал я, что попадет, но нет. Все равно нанес он тут какой-то урон, я, правда, проглядел как, возможно, сплэшем. И что, Исайян уже использовал аптечку, решает уйти на самоуничтожение. Ну, в принципе, все логично. И что, счет у нас 4-2, Исайян опять в роли догоняющего у нас отыгрывает. Ну что, есть еще 4 минуты практически, чтобы ему отыграться. Хотя в чат он уже написал ГГ. Ну, я вот смотрю, как двигается у нас MVP, как у нас передвигается Исайян. На самом деле
У него неправильное передвижение на карте идет иногда, и за счет этого просто постоянно ошибки у него идут. Если ему правильно ездить по карте, видеть этот дроп хорошо, ну и понимать, когда надо сводиться, то можно отыгрывать на равных, я думаю, с MVP. Да, безусловно, Исаян тут совсем чуть-чуть уступает. Я думаю, что если ему подсобраться, потренироваться еще, я не знаю, недельку-другую, то мог бы он MVP отыграть, а пока что, ну, я не знаю, скорее всего, нет. Конечно, я не теряю надежды на то, что Исаян тут сможет отыграться, но пока что он показывает достаточно слабую игру, плюс MVP сейчас поставит еще один, должен уже прожимать самоуничтожение. И да, в общем-то, доставляет 5-2. Так, ну вот есть ДДшка у MVP, но респ не самый лучший, конечно. И вот сейчас Исаян будет, в принципе, на фолке. Правильно делает, что уезжает MVP, ставит мину также. Будет подрываться на этой мине сейчас. Неприятно, на самом деле, Исаян, на нее попадает. Не знаю, зачем он поторопился, но хотя он сейчас сливает MVP и будет, доставка с его стороны. Да, но в любом случае ему надо еще два флажка как минимум. А дроп-то у него сейчас уже спадет, MVP включает ДА-шку, правда, чуть-чуть поздно. Но, тем не менее, о, еще собрал минку. Ну что, надо убивать Исаяна, иначе он сейчас доставит достаточно много неприятностей. Но MVP все-таки справляется со своей задачей, будет доставлять шестой по счету флаг. И что, красный игрок доставил в два раза больше, чем Исаян. Правда, он может сейчас чуть-чуть сократить свой отрыв, но... А зная то, как MVP может отдефать, в это уже не очень-то сильно верится. Я думаю, MVP сейчас просто подальше от него едет, поедет тоже брать флаг, ну и отвозить куда-то на станцию, возможно. Пока здесь Исаян не может разобраться, куда ему ехать. Да, Исаян действительно немножко потерялся здесь. Ну и что, MVP сейчас должен будет ехать прямо на него, как по мне. Правда, у того также заканчивается уже ДАшка, и Исаян стоит без ДД. Ну что, будем смотреть, кто попадет. Пока что Исаян здесь сплэшем небольшой урон наносит. О, отличный выстрел от MVP я сейчас вижу. И он может чисто теоретически поехать через аптечку, но он этого делать не будет. Не решается он терять время на то, чтобы забрать аптечку. Ну что, сейчас может от нее отыграть Исаян. Я думал, сейчас MVP уйдет на Далит, поэтому у него такая спешка была. Ну, в итоге на Далит он не ушел, аптечка есть, и Исаян через нее отыграет. Ну вот, зачем-то он свою прожал, можно было не прожимать свою аптечку. И в итоге аптечка, во-первых, осталась, и во-вторых, у него своя аптека сейчас будет на КД на самом деле. Да, Исаян доставляет, правда, все у него уже спадает, но тем не менее успел он свести здесь по красному игроку. MVP еще некоторые трудности с тем, чтобы слить Исаяна, но Исаян сам отлично справляется с тем, чтобы отправить себя на респ. И, в общем-то, успеет ли доставить MVP? Нет, он вообще решает отдать просто Исаяну флаг. Ну, почему бы и нет, он все равно выиграл. И счет у нас становится уже 2-0 по раундам. Остается один раунд отыграть MVP, или же два раунда подряд должен выиграть Исаян, чтобы мы отправились смотреть пенальти. Ну, пока как-то неуверенно себя показывает со стороны Исаян, неправильное передвижение по карте и в моментах не понимает, когда надо сводиться и когда надо просто стрелять. Вот были такие моменты очень часто. Ну и также в микродуэли там MVP на нулях ХП очень частенько выживал, и за счет этого там, ну, 2-3 флажка тоже были все же доставлены на самом деле. Да, но еще я заметил, что MVP частенько везло с респами, чего не могу сказать про Исаяна. Ну что, в принципе, мы в чате видим, что MVP тоже говорит, что Исаян не так уж плохо играет. В общем-то, я думаю, что можно присоединиться к этому мнению. Исаян действительно неплохо играет, но вот какие-то микроошибки, плюс немножко удачи ему сегодня не хватает. Ну, вообще, да, удачи, конечно, не хватает, но вот все же есть грубые ошибки, и вот их надо как-то исправлять. Я не знаю, тренировался игрок или нет, но, по-видимому, как я смотрю, пока не очень подготовлен игрок против такой борьбы, по крайней мере, как я вижу.
Ну, возможно, ему не хватает немножко опыта в ТОФах. Лично я в предыдущих, то есть Рикошет, Гром, Молот, там я его не видел, либо же он просто где-то там отлетел на ранних стадиях. Ну, вообще, в плей-оффе, по-моему, он не светился, насколько я помню. Ну, про MVP тут говорить нечего. Да, с MVP здесь уже все понятно, а вот с Исаяном, ну, честно говоря, как ты сказал, да, непонятно, потому что я тоже, честно говоря, его не видел, ну, по крайней мере, в плей-офф в этом году. Не знаю, как там был прошлый год, но в этом году я его не видел нигде в плей-оффе. Поэтому сказать ничего про него даже не могу. Ну и скоро, в принципе, у нас уже будут происходить делиты. Да, скоро у нас уже будут происходить самоуничтожения. Ну что, судя по всему, последний раунд это будет. Ну, если Исаян ничего не изменит. А если что-то все-таки изменится, то отправимся смотреть на четвертый раунд. Ну, в любом случае, я думаю, Есаян после вот этого матча, если он проиграет вдруг, то, я надеюсь, он получит ценный опыт, ну и в дальнейшем уже будет по минимуму совершать ошибки, ну и также пересматривать свою трансляцию, где он что делал неправильно. Да, начинается у нас уже третий раунд. Ребята перестреливаются. У Исаяна, я не знаю, есть ли аптечка. Нет, видимо, не было. Ну что, поедет он на доставку первого флажка достаточно быстро. В прошлом раунде, я напомню, что первый флаг у нас был доставлен буквально через полторы, а то и 2 минуты. А тут, в общем-то, прошло 40 секунд буквально. Исаян, насколько я понимаю, уже без аптечки. А Нет, у может... него есть аптечка. А, есть, все, понял. Может, должна быть аптечка. Да, вот она есть. Все равно здесь будет доставка в любом случае. Вот MVP еще свою аптеку потратил. Да, но MVP, тем не менее, все равно уничтожит здесь Исаяна, который, тем не менее, доставил один флаг. И успеет ли он довести, все зависит от респа Исаяна, который, опять же, не очень здесь хороший. О, еще он не попадает. А MVP, в свою очередь, выдает ему тычку, но, тем не менее, Исаян его уничтожает. Все-таки MVP здесь немножко неправильно сыграл. Если так можно сказать, хотел подвыпендриться. Извиняюсь за грубые слова. Ну, в общем-то, Исаян сейчас может ему это доставить, в общем-то, флажок, что, скорее всего, и будет происходить. К слову, MVP оставил аптечку под красного игрока, но Исаян за ней не поехал. Наверное, думает он, что справится своими силами, но MVP так явно не думает. Нет, ну, может, он хотел просто забайтить на эту аптечку на самом деле. Ну, даже непонятно было, конечно. Вот сейчас флаг зачем-то скинул MVP. Я не совсем понял, конечно, но, скорее всего, да, если я бы там, наверное, возвращал. Хотя вот заметил, что у него сейчас своя аптечка откатила. В принципе, он мог попытаться не скидывать и ехать доставлять. Ну, честно говоря, видно, что MVP уже играет расслабленно. Я думаю, что понимает он, кто в этом матче победит. Хотя, ну, я не знаю, Исаян, судя по тому, что он писал в чат, он тоже понимает, что дальше он по ТОФу не продвинется. Но кто его знает? В общем-то, 7,5 минут. Счет пока что равный. Может быть, Исаян, я не знаю, там озарит как-то, что просто MVP сейчас у нас отправится домой. Ну, вообще, можно было не сдаваться после второго раунда. Вот можно было как раз собраться именно на этот третий раунд, смотря по тому, как MVP расслабился. Это именно так, потому что по его игре это заметно. Ну и вот попадает здесь на минку, и очень неприятно уже. Аптечка сбита, ну и MVP должен здесь возвращать. Да, вернет, но вот успеет ли он доставить? Почему-то мне кажется, что нет. Исаян здесь сейчас как сведется по нему разок. И будет все хорошо у него. Да, но ну, даже не пришлось сводиться. Просто двух тычек здесь хватило. Он сейчас еще должен подбирать ДДшку. И, в общем-то, пытаться носить MVP какой-то урон. Я, насколько понимаю, сейчас он выдал ДДшки ему. Да, все именно так. И больше половины хп потратил у нас уже MVP, но он поступает именно правильно, движение делает на карте, уезжает на станцию. Ну, сейчас все равно перестреляет здесь MVP, будет возврат, ну и можно было поехать за аптечкой, конечно, он этого не увидел. Вот да, я тоже думаю, что MVP следовало бы поехать за аптечкой.
Но нет. Сейчас ее заберет в любом случае Исайя, который еще и нанесет урон по MVP. Или не нанесет. Ну как так? Три раза ты стрельнул и три раза промахнулся. Как-то очень слабо сейчас я показал Исайян совсем. И флаг зачем-то не вернул. Хоть и была хорошая, отличная мина, но в любом случае, мне кажется, MVP сейчас перестреляет просто. И тут будет без шансов. Да, у Исайяна заканчивается дашка, MVP должен перестрелить. Вот опять же, отлично он свелся. Ну, Исайян, к слову, я тоже видел, что в этом раунде свелся один раз. Это ему плюсик. Я, правда, не знаю, на кой ему мои плюсики, но... Тем не менее, ладно. Пусть будет. Так, ну и произошла у нас именно только вторая доставка со стороны MVP. И, в принципе, разрыв там небольшой. Может пытаться ЕСМ отыгрываться. Но не только в ничью, можно и побеждать, в принципе. Только главное собраться с духом в этом раунде. Ну, насчет побеждать, я думаю, что MVP все-таки этого не допустит. А вот на ничью вполне себе можно, наверное... рассчитывать. В любом случае, MVP полностью устроит ничья. Ему какая разница, выигрывать или 3-0, или 2-0. Поэтому не знаю я, честно говоря, как закончится этот раунд. Пока что ведет MVP, но он может сейчас расстрелять просто Исайяна. Хотя он почему-то этого не делает. Он делает вид, что вообще его не видит. Но... Нет, он его видит. Он играет на мышке. А, даже на мышке у нас MVP играет, а первые два раунда он тоже на мышке играл? Ну да, он же на мышке постоянно играет, поэтому тут такое дело. А, ну это уже моя неосведомленность тут играет роль. Ну, в общем-то, ладно, в любом случае, на мышке так на мышке, никаких претензий к нему нет. Ну вот насчет четвертого флага, он, скорее всего, его не доставит, да, и Саян тут все-таки с ним расправляется, еще и... заберет аптечку. Ну что, какой будет рез у MVP? Честно говоря, ему бы сейчас рез на станции, но нет. Есть рез на флагштоке, и он может здесь просто-напросто заблокать Исайяна, который ему еще избивает аптечку. Вот почему Исайян сейчас не стрельнул во время того, как у MVP восстанавливалась аптечка? Ну, точнее, когда он ее использовал. Непонятно. В любом случае, синий игрок у нас отправляется на самоуничтожение. Да, рез у него отличный, он может здесь забрать фулку. Ну и... О, отличный выстрел сейчас был от Исайяна, но в любом случае он уже на меньше, чем половину хп. К слову, и MVP тоже. Так, ну вообще есть проблема у Исайяна, потому что он уже аптечку завязал, а вот у MVP она еще есть, и при этом он еще и юзать ее не будет. Но в скором времени будет. Вот, кстати, попадает здесь на мину, и да, есть большие проблемы, должен здесь MVP добивать, возвращать, ну и, скорее всего, ставить четвертый для себя флаг. Да, четвертый для себя флаг поставит здесь MVP. Исайян вряд ли успеет свестись, особенно если во все столбы будет врезаться, чем он, собственно, и занимается. Но MVP тут уже немножко подтролливает его, можно сказать. Хотя, кто его знает. В любом случае, он неплохо свелся. А Исайян, судя по всему, уже не будет доигрывать или будет. Непонятно пока что. Скорее всего, нет. Ну, все же он пожелал удачи своему противнику в дальнейшей стадии плей-оффа, ну и покинул, конечно же, карту. Да, к слову, MVP у нас встретится, по-моему, если мне не изменяет память, со Страйкером в 1-16. Ну что ж, на этом мы, наверное, тоже будем закругляться. Для вас, я напомню, сегодня комментировал я Люминесенс. Со мной мой напарник Азамат01, за картиночку был в ответе Опер. И приходите завтра на трансляцию, у нас будет Domination Series. Всем пока! Всем пока-пока!